mm-hmm Не задумывался ли ты когда-нибудь о вопросе своего жилья? Например, у тебя нет дома, квартиры или просто повысили аренду. Это проблема? На самом деле я не могу решить твою проблему, предоставив тебе дом или квартиру. Но я знаю, что эта проблема покажется тебе незначительной уже через 7 минут. Иншаллах. Но, пожалуйста, позволь мне вначале задать тебе вопрос. Сколько людей живет в твоем доме? Посчитай, пожалуйста. Посчитай. Посчитал? Хорошо. Теперь, если можешь, раздели со мной мое путешествие, в котором я посетил дома твоих братьев в разных частях света. В Танзании люди, имеющие лучшие дома, строят их из глины, тростника и металлических листов. Если ты ударишь по такому дому палкой, он развалится и упадет. Ты проходишь по лесу и вдруг видишь что тут слепили что-то глиняное, назвали это домом и начали в нем жить. Нет, смешно здесь то, что от дождя или любых ветров дом полностью обнажается, как вы это видите. Ветры и дожди унесли примерно четверть дома. Так как же может человек так жить? Как? Братья мои сестры, Помните ли вы, как во второй серии этой передачи мы рассказывали историю старухи и ее сына в Камбодже? Вся крыша ее дома была в дырах, там было полно насекомых, и их страна известна обильными проливными дождями. Заклинаю вас Аллахом, ответьте, как они могут спать с таким потолком? Что случится с их вещами в доме, когда пойдет дождь? Что касается Сомали, то там все было по-другому. Они берут ветки деревьев, закручивают их в форме полусферы и считают это своим жилищем. А более высокие социальные слои формируют свои дома из всего, что могут найти, и чем можно накрывать свои хижины. Металл, бумага, нитки, что-то из пластика, все, что угодно, из чего можно сделать дом. Этот дом представляет собой металлические пластины, пустые консервные банки, которые соединили друг с другом, нити, временами гвозди и тряпки, которые вешают сверху. Также они используют водонепроницаемые материалы, чтобы во время дождя вода не попадала в дом. А в Нигере люди живут рядом с водой. Там был водный источник, но он исчез из-за сильной засухи. Я хочу, чтобы вы представили вместе со мной все, что мы сейчас видим. Раньше здесь была вода. Камни почернели от высоких температур и сухости. И люди стали вынуждены строить дома без стен, из-за сильной жары. Как ты можешь жить без стен, которые бы скрывали тебя? Крайняя необходимость приводит к особым законоположениям. Но даже если у тебя в Африке есть дом, не радуйся. Это может недолго продолжаться. Там, в Нигере, были люди, которые построили себе нормальные дома. Но два года назад их затопила река и разрушила всю деревню. Так что они были вынуждены переехать, и по сей день они живут в палатках. Субханаллах, как одна вещь раньше была источником жизни, а за одну ночь превратилась в источник разрушения и гибели, парализовав всю деревню. Дождь — не единственная опасность, поджидающая дома бедняков. Когда мы поехали в Шри-Ланку, мы обнаружили, что у группы местных мусульман также есть дома. Но дожди испортили их дома и их жизнь. Так что оказалось, что они живут посреди болота. Вода атаковала их дома изнутри, и запах в том месте просто невыносимый. Как человек может жить в подобном месте, покрытом водой, причем оставаться в нем многие дни, ходить по воде, выходить в воду, а вода грязная? Иногда в нее проникают, я извиняюсь, всякие нечистоты. Животные тоже могут заходить в дом. Дома открытые. В дополнение ко всему этому есть и другая опасность. Электричество, которое подведено к домам. Если электрический ток соприкоснется с водой, что, как вы думаете, произойдет со всеми жильцами дома? Так что некоторые мусульмане в Шри-Ланке живут в деревянных домах, покрытых соломой. В таких домах очень жарко и влажно, но люди терпят, потому что альтернативы нет. Хотя некоторые из тех, кто живет в таких домах, пожилые люди. Тот, кто зайдет туда, решит, что он в какой-то тюремной камере, а не в доме. Если твой дом тебе не нравится и кажется тесным, посмотри немного на это. После этого, возможно, если мы задумаемся еще раз, наши чувства к нашим домам изменятся. Слышали ли вы о беженцах из Центрально-Африканской Республики? Там произошел геноцид мусульман, и мусульмане эмигрировали в Республику Чад. Мы посетили их и обнаружили, что в качестве домов они избрали листья деревьев. После того, как они были вынуждены оставить все, кроме своей религии, которую они сохраняют, они проводят намаз, учат своих детей книги Аллаха, и им не важно, где они живут. Человек может сказать, да, это в Африке, в каких-то дальних странах, совсем не близко от нас. Нет, я тоже раньше так считал. Но увидел Йемен, одну из арабских стран, и я думал, что тамошняя жизнь как-то сравнима с нашей, но никакой близости к нам я там не увидел. Некоторые йеменцы живут посреди бесплодной пустыни, в которой много сильных ветров. Песок почти никогда не успокаивается. Мы попытались найти людей и увидели, как некоторые живут в деревянных досках, прибитых друг к другу, и называют это домом. Мы заходим туда, и это больше похоже на клетку. Ты даже не можешь попасть в комнату, не согнувшись. А они живут здесь уже 30 лет. Все эти дети родились в этом деревянном доме. Есть и нечто другое, что хуже этого. Некоторые йеменцы, в принципе, живут без домов. Представь себе, этой старухе больше ста лет, она живет под открытым небом. Ее вещи, ее постель, ее одежда, все это под открытым небом. Я не знаю, как она терпит эти ветры, в которые человеку сложно ходить, не говоря уже о том, чтобы проводить в них всю свою жизнь. Ты болеешь? Да исцелит тебя Аллах. Уважаемый брат, уважаемая сестра, давайте восхвалим Аллаха за Его милость и то благополучие, которое Он нам даровал. Я знаю, что ты можешь испытывать стеснение из-за своего жилища, но поверь мне, ты живешь лучше, чем миллионы и миллионы людей на этой планете. Важно то, что Аллах не создал тебя одним из них. До того, как расстраиваться, глядя на те прекрасные дворцы, посмотри лучше на эти дома. Это хижина в Сомали, площадью в 4 на 6 метров. В ней живут 12 человек. Как? Мне тебе еще что-то рассказать? Хозяин дома говорит, ⁇ Я самый счастливый человек в мире. Я так себя ощущаю. Почему? Смотрите нас в следующих сериях передачи.